В Омске начался большой ремонт дорог. Первые работы стартовали на Красноярском тракте. Там применяется уже отработанная технология. Старый асфальт срезают, перемешивают его с цементом и битумом, а затем укладывают на проезжую часть. Следом за этим на дорогу нанесут два слоя асфальтобетонного покрытия. Таким же методом планируется отремонтировать дорогу на проспекте Мира. Подобная технология применяется для ремонта наиболее разрушенных участков, по которым часто ездят грузовые автомобили. Напомню, уже подведены итоги аукционов. До начала августа в городе отремонтируют 33 магистрали. На это потратят около 1 миллиарда рублей.